Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере сделок с недвижимостью на сумму более 6,5 миллионов рублей. По версии следствия, в течение 8 лет участники организованной группы входили в доверие к собственникам квартир, злоупотребляющим алкоголем, а также к пожилым людям и инвалидам, которые испытывали материальные трудности. Затем убеждали их совершить сделку с недвижимостью с целью получения дохода. Мошенники навязывали свои посреднические услуги и гарантировали выплаты после оформления документов. Во время сделки потерпевшие подтверждали фиктивное получение денег за отчуждение имущества. С целью склонения граждан к совершению сделки злоумышленники предоставляли для осмотра в качестве якобы будущего жилья квартиры подконтрольных им лиц, передавали незначительные денежные средства, спиртные напитки и продукты питания, оказывали помощь в решении мелких бытовых вопросов, создавая видимость дружеского участия. После оформления сделок они регистрировали право собственности на участников организованной группы, либо на подконтрольных лиц, продавали объекты недвижимости, распределяли между собой полученный доход и скрывались. В результате пострадали 16 жителей города Петрозаводска и Кондопоги. Они лишились и единственного жилья, и денег. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.